И всем привет, дорогие друзья, с вами Крипер, сегодня мы будем играть в Майнкрафт. В прошлой серии мы остановились на том, что каждый инструмент, каменный, то ли деревянный, то ли вообще хоть какой, ломается с одного удара. Почему? Но вот это ведь мотыга не ломается. А, каюл? Чего? Ну ладно, давайте попробуем булыжник слом... Серьезно? А ну... Чего, блин? А как я ее скрафтил? Вроде как мотыгу, но... Я... А, точно, я, короче, промахнулся и скрафтил вот так. Да, каменная каюла. Да ш... Чего, блин? Ладно, странно, но теперь мы можем добыть железо. Это уже радует, то есть мы уже знаем, что идет тут на замену кирки. Окей. Мне бы еще узнать, что идет на замену топора, там, меча, я не знаю. Нет, я, конечно, там нашел крафт одного, значит, вот такого вот ножичка, но он наносит очень мало урона. Ну ладно, это лучше, чем ничего, хотя им можно прямо так спамить. Вау, нифига себе, какую я пчелу нашел. Прикольно. А, допустим, я нашел шахту, а теперь надо найти железо. Там выпадает не железо, а какой-то iron... Чего, блин? Ладно, допустим, давайте попробуем это переплавить. А мы не сможем это переплавить, потому что у нас нету собака, блин, гребаной печки, которая делается... Собака, блин, очень сложно. Ну ладно, давайте делать. Теперь складываем вот так вот и получаем спрессованный... Точнее, мансонский... Да-да-да-да. И крафтим, наконец-то, печку. Ура! У нас есть печка. Ставим печку и попробуем переплавить вот эту вот фигню. Так, и мы получаем железный слиток. Так, ну а теперь пробуем скрафтить такую же фигню, только железную. И да, у нас получается, только нам бы сделать что-то типа меча или, я не знаю, может, тут что-то такое есть. Железный ножик гораздо круче, поэтому давайте скрафтим железный ножик. Я просто не знаю, что еще тут делать, поэтому скрафтим это. Во-первых, это что такое? Манго. Манго? Прям манго или... Так, и какая-то еще фигня. Это, я как понимаю, кристалл или что это? Да, это, видимо, какой-то кристалл, и из него ничего не крафтится, кстати. Это что такое? Алюминиум. Руда земного кристалла. Ни хрена себе, собираем. Из которого можно скрафтить всякие магические штучки. Ребятки, мы уже нашли что-то интересное. Вау, даже броню можно скрафтить. Нам надо, наверное, найти место для ночлега. Точнее, место вообще, где мы будем жить. А вот. Ты чё такое? Иди! А, фу, блин! А, блин. Скотч, чего? Ты куда? Что это? Что это? Ты дружелюбный? Что за говно? Ты куда? Блин, твою мать! Что? О, я что-то нашел. Я что-то нашел. Бежим быстрее туда, учитывая то, что это дом, это мне может помочь, потому что там дохрена всяких тварей. Ё-моё, надеюсь, меня орлы хоть бить не будут. О, дверь. Фуф, мы в доме. Так, ну и что это за дом? Я вижу какие-то бочки золотые. Слушайте, а давайте в этом доме пока, как бы, похозяйничаем. И теперь смотрим, что есть в бочках. А в бочках... Так, а это что такое? Вау! А вот это мне нравится. А это мне нравится. А это мне еще больше нравится. Ни хрена ж себе. Меч на 6 урона, меч на 6,5 урона. Вот этот меч однозначно лучше. А что это такое? Не знаю, что это такое, но оно выдает какой-то визер эффект. А, это, наверное, эффект иссушения дает. Охренеть! Звериные когти. У владельца увеличивается скорость атаки. Ни хрена себе. Охренеть! Охренеть! А, допустим, тут есть какая-то карта или что это такое. Да, чистая карта. Просто, ну, просто чистая карта. Ладно, окей. И вроде больше тут ничего нету. Я хотел сказать, но тут дофига всего, слушайте. Окей, тут у нас ничего нету. Костная мука. А вот тут у нас... Чего? Ой, я тут поспать могу. Что тут у нас? Вау, опять железка и опять... Так, лопаты, которые, кстати, запрещено пользоваться, поэтому мы их убираем. Ура, полянка! И тут есть какие-то новые пчелки, прикольненько. Волчонок, блин, я не взял с собой костей, извини, пожалуйста, но ты будешь один. Мне кажется, это какая-то типа могила, давайте скопа... Да, это могила. Косточки, косточки, мы можем сейчас приручить чела этого. Ура, песик найден, берем косточки. Иди сюда, кыс-кыс-кыс. С первой попытки! Но это судьба, чувачок, это судьба. Муа.
поставим верстак и скрафтим сундучок, который не крафтится из этого дерева. Да вы серьезно? Ставим сундук и складываем туда все вещи. Я думаю, дом где-то будет начинаться вот тут вот, вот так вот идти и... сюда вот кровать. Что? Чего? Блин? Да... Ставим кровать, ложимся спать и начинаем вспоминать, что мы живем-то тут, блин, а как бы сундук-то я тут поставил нахрена-то, и что это такое? Вау. А, мы когда выспались, мы еще и сильнее, нихрена себе. Так, крафтим еще один сундук, потому что тот у нас заполнился, ставим его и закидываем все оставшиеся вещи. А теперь замечаем, что тут какая-то тварь ходит, вон она, и надо мне ее убить. Мне прям реально интересно, что это за штука такая интересная. Ты будешь драться? Ты чё? А, блин, дерется скотина. Ух, убил. И из нее выпал хитин. Что это такое? С хитина можно сделать крутую броню. Крутой меч. Вау. А раз мы такие сильные, давайте одолеем как бы вот этого гиганта. Ой, походу это было зря. Страшная ты тварь. Ты чё-то борзо на меня летишь-то, а? Понял, да? Я понял то, что мне без топора вообще никуда, потому что, ну, добыть дерево рукой на дом это вообще нереально. И, кстати, заспавнилась еще такая фигня, поэтому давайте ее убьем и добудем себе еще кусочки на броню. Я не знаю, я ничего лучше не нашел, но я нашел топор из жизни камня. Но чтобы нам сделать топор из жизни камня, нам надо сначала сделать чистую маргаритку. А чистая маргаритка делается непонятно как, потому что я это забыл. Крафтим булыжниковые плиты, выставляем их вот так вот, ставим это вот так вот, и лепесточек сюда. И получаем этот лепестковый алтарь. Ставим его вот сюда пока что. И теперь нам нужно ведро воды, которое у нас есть. Это прекрасно просто. Тут надо именно белые эти штуки. Кидаем вот так вот. Теперь кидаем это. И ура, у нас появляется чистая маргаритка. Теперь мы ее, значит, ставим куда-нибудь вот сюда. Вот. И вокруг нам надо поставить дерево и камень. Но для начала, я думаю, поставим дерево. А потом уже, когда переплавим камень, поставим туда и камень. Ставим их. И да, они превращаются. Классно. Жизни дерева собираем. Камень выставляем. Оказывается, и крафт этого тоже переделан. Нам нужен масонский камень, а не обычный камень. Ну ё-моё. Крафтим этот булыжник, а потом крафтим масонский камень. И теперь выставляем. Только у нас только одна штучка. Ну ё-моё. Собираем жизни камень. Так, собираем. Крафтим. Еще раз крафтим. И получаем... топор. Ура, у нас есть топор. И... О, да, он копает. Наконец-то у нас есть топор. Ладно, вот такая серия у нас получилась. Ну, а с вами был Крипер. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока, ребята.